Мамин телефон звонит. Мама не дает мне играть с новым телефоном. На, Тро-Тро, это тебе. Меня? Спасибо. Только аккуратно, Тро-Тро. Это не игрушка. Ладно, мама. Алло, Тро-Тро? Это Лили, ты меня слышишь? Алло, да, Лили, я тебя слышу. А ты где? Угадай. Я в саду под большой яблоней. А я знаю, ты в моем саду. И ты звонишь по телефону твоей мамы. Подожди-ка. Тро-Тро, не потеряй мой телефон. Ладно, мама, я только найду Лили. Теперь и я под большой яблоней. Алло, Лили, ты меня слышишь? Да, Тро-Тро, я слышу. Я знаю, где ты. Лили прячется за яблоней. Лили! Лили! Я сдаюсь, где же ты? Угадай! Приятный запах! Я все понял, ты в кухне. Вовсе нет, я собираю цветы. Цветы? Теперь я знаю, где ты. Ну нет, так нечестно, Лили. Хватит бегать. Тро-Тро, ты меня слышишь? Нет, не слышу. Ну давай, Тро-Тро, вставай. Посмотри в песочнице. Там тебя ждет сюрприз. Сюрприз? В песочнице? Да, Тро-Тро. Один цветок тебе, а другой Тедди. Тедди? Где же Тедди? Я его потерял. Нет, не бойся. Посмотри у яблони. А, да, точно. Я же его там оставил. Да, дурачок. Да, но как же Лили узнала, где Тедди? Потому что тут. И Тедди тоже. Ты меня поймала. Алло. Тро-Тро? Да, мама, это я. Ты уже поиграл с телефоном? Да, мама, я только попрощаюсь с Лили. Алло, Лили, это Тро-Тро. Привет. Пока, до встречи. Пока. Когда я вырасту, я буду строить дома. Вот и все, дом готов. Ой, бабах! А когда я вырасту, то стану чемпионкой по роликам. А я великим футболистом. Тро-Тро, не играй в футбол в доме. Ладно, мама. Идите на улицу. Вас там ждет Зои. Пойдем, Лили. Давай играть в пилотов взрослых. Мы вот такие. Ты хочешь играть? Хочу. Пилоты, приготовиться. Мы прыгаем с парашютом. Я прыгаю за тобой. Я лечу. Теперь мы путешественники. Мы идем по очень опасному мосту. Хоп. Берегитесь, там внизу крокодилы. Ой, спасите, пожалуйста.
Как будто я тебя спас. О, спасибо, Тру-Тру. Путешественники отправились в джунгли. Берегись, лев идет. Нас преследует лев. Я спасся. Теперь ты, Лили, лови. Зои, лев уже близко. Да, ура, мы спасены. Тро-тро, Лили, Зои, пора обедать. Давайте, как будто мы три страшных тролля, которые едят все. Эй, привет! Давай играть! Жалко, но я пошел. Хочешь играть? Привет, Тро-Тро! Ты видел мой шарик? Шш! Иди сюда, поближе. А что ты делаешь за деревом? Я играю в прятки с другом. Вон. Маленький ежик, какой славный! Ой, мой шарик! Ой, ой. Бедняжка! Он спрятался. Мой шарик его напугал. Я придумал. Побежали. Сделаем ежику подарок, чтобы он видел, как мы его любим. Ой, смотри, это, наверное, его папа. Или мама. О, вот видишь? Ай! О, эй, Лили, дай мне одну варежку. Возьми, Тро-Тро. Так гладить ежика не больно. Нет, я сам сделаю пирог для мамы. Ладно, Тро-Тро. Если понадоблюсь, позови. Нет, я смогу все сделать сам. Так, вкусный йогурт. Чашка муки. Нет, две чашки. Ой, не высыпается.
А теперь перемешаем все. Так, так. Теперь чашечка масла. Я знаю рецепт наизусть. Теперь чашка сахара. Папа, пап! Что, Тро-Тро? Можешь достать мне сахар? Он наверху. Хочешь, я насыплю его в миску? Нет-нет, я сам насыплю. Яйцо. Ой! Ай-яй-яй, разбилось. Ой, это тоже разбилось. Ва, а вот это получилось как надо. Размешиваем. Вот и все. Папа, я приготовил. Плиту я включу сам, Тро-Тро. Да, но только следить за пирогом буду я. Ну, он будет печься полчаса. Тогда у меня есть время нарвать маме цветов. Ой, гадкие розы! Осторожно, Тро-Тро, шипы острые. Можешь срезать их, папа. Но я подарю их маме сам. Папа, пирог готов. Только я не могу его вытащить, он горячий. Вкусно пахнет. Мама будет рада. Чтобы ее порадовать, нужно еще и убраться. Этого я не умею. Ау, вот и я. Вот, с днем рождения, мама. Ой, какая красота. Мне так приятно. Спасибо, Тро-Тро. Скорей, мама, на кухне тебя ждет сюрприз. Я сам его приготовил. О, прекрасный пирог, спасибо, Тро-Тро. А как убрано у нас на кухне? А, ну это сделал папа. Спасибо, папа. Пробовать пирог, это тоже я умею сам. Сегодня гулять нельзя. А дома так скучно. Чем бы заняться? Сыграть что-нибудь? Нет, не сейчас. Сложить замок? Нет, это я делал вчера. Посмотреть книжки? Нет, мне не хочется. Я знаю, я хочу порисовать. Вот цветные карандаши, вот кисточка, а вот краски. О, вот она, нашел. Надо налить в баночку водичку. Так-так, чтобы нарисовать снеговика. Сперва голова, вот так. Теперь... глаза. О, как красиво. Не забыть про уши. Какой симпатичный. А это нос. Ой, что я сделал? Нос слишком длинный. Что-то снеговик не получился. Ой, ха-ха, пятно посадил. Я забыл надеть фартук. Знаю, я сам все отмою. Потереть, и еще, и пятно исчезнет. Нет, оно стало еще больше, что мне теперь делать? Не такое уж страшное пятно, оно даже красивое. И футболка стала ярче. Как будто солнышко. А может быть, тигр? Я придумал, я ее раскрашу. Сделаем уши побольше. Тут будут глаза. А еще полоски.
чуть не забыл про нос. Теперь усы. И главное, зубы. О, моя лучшая картина! Покажу ее маме и папе, им понравится. Папа, 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 посмотри на футболку. О, вот это тигр Тро-Тро. Ты нарисовал это сам, Тро-Тро? Да, я сделала с пятна тигра. Да, ты молодец. А если вы посадите пятно, я сделаю из него жирафа. Я большой. Я сам хожу в магазин. Я люблю покупать вещи. Люблю сам выбирать покупки. Я точно знаю, что нужно купить. Вот это. Тележку. Вот так. Нам нужно это. Хоп. Тележку. И это тоже. Хоп. Для Тро-Тро. Синий пакетик, красный пакетик. Это для мамы. А вот это для папы. Ва! Что-то. Ой. Ой. Кое-что очень высоко лежит. Нужно позвать папу. Папа. Папа! Папа! Я здесь, Тро-Тро! Тро-Тро! А я тебя не видел. Я же сказал, не уходи, Тро-Тро. И не отставай. Я люблю ходить в магазин с папой. Ай-яй-яй, что это? Печенье, пудинг, сладости? Что это такое? Ты слишком много набрал, Тро-Тро. Для Тро-Тро это в самый раз. Ну, попробуй сделать ей комплимент. А что это значит? Это значит сказать ей что-нибудь приятное. Спасибо, мама. Значит, сначала мне нужно потренироваться в комплиментах.
Ты самый красивый мишка в мире. Делать комплименты просто. Мячик, какой ты круглый. Это легко очень. Это проще простого. Знаешь, яблоня, ты такая большая и зеленая. О! О, да, яблоня, спасибо за спелое яблочко. Спасибо, так вкусно. Ой, как же вы прекрасно качаетесь, качели. Ой, это же Зои. О. Ой, я не смогу. Попробую еще раз. Ромашечка, у тебя такие красивые лепестки. Да, точно. Теперь можно сделать комплимент Зои. Привет, Тру-Тру. Я... мне... Ты такой смешной. Ты похож на золотую рыбку. Зоя сделала мне комплимент. Золотые рыбки славные. Зоя сделала мне комплимент. Я ей нравлюсь. Знаешь, Тедди, сегодня мы будем готовить. Я сварю суп для Тедди, Тро-Тро, папы и мамы. А для этого мне нужны овощи. Чтобы суп был вкусным, нужна картошка. Камушки совсем как вкусная картошка. Картошка объедения. Еще нужно немножко лука. О, придумал. Надо добавить чуть-чуть сыра. Перемешиваем. О, не хватает соли. Остановка называется суп. Спасибо, грузовичок. Чего-то тут не хватает. Воды! Будь осторожен, Тро-Тро, как бы не пролить. Перемешиваю. Вот и все, готово. Ну вот, пора звать папу, маму и Тедди попробовать мой суп. Папа, мама, попробуйте. На, папа, суп очень вкусный. Пальчики оближешь, Тро-Тро. Мама, теперь твоя очередь. Ой, о нет, мой суп. Ой, как жалко. Что ты наделала, мама?
За это я приготовлю твой любимый суп на обед. Хорошо, что осталось немного супа для Тедди. О, спелая малина. Ой. Зато она такая вкусная. Просто объедение. Пирог, да. Ха, надо его испечь. Мама, давай сделаем малиновый пирог. Хорошая мысль, я все приготовлю. А я пока наберу малину. Осторожненько. О, это слишком кислое для пирога. Ой, какая красивая. Ты слишком большая для пирога. Как их много тут. Еще несколько штучек. Пальчики оближешь. Много я собрал. Ой. А в корзинке-то пусто почему-то. Почему это? Ну вот, корзинка полная. Сколько я набрал? Ой! Мои ягодки. Раздавленные тоже вкусные. Ой, что же мне делать? Ничего не осталось. Вот одна. О, нет! Моя малинка! Отдай мою малинку! Я первый ее увидел! Нет, птичка, вернись! Она же моя! Ой, это сливы! Наберу их вместо малины. Мама, ты любишь пироги со сливами? Да, они ничем не хуже, чем с малиной. Ура, мама! Это будет лучший пирог в моей жизни. Тро-тро, просыпайся. Ой. Пора умываться. Ой. Ой, я не люблю мыться. Сначала всегда холодно. О, ледяная. Вот, теперь уже веселей. Сначала руки. Хорошо. Теперь моем лицо. Расчесываемся. Ну а теперь зубы.
Нужно чистить вверх и вниз. Люблю пасту со вкусом малины. Какие белые. Тро-тро красавец. Какой ты красивый, Тро-Тро. Тро-Тро, ты уже доел? Да. Ай-яй-яй, Тро-Тро, ты весь грязный. Ну-ка, беги мыться. Но я же уже мылся. Боюсь, придется повторить. Все сначала. Не люблю мыться. Сначала всегда холодно. Правда, потом уже веселей. Сначала руки, как всегда. Теперь моем лицо. Ледяная. Расчесываемся. Но теперь зубы. Люблю пасту со вкусом малины. Опять красавец. Сегодня я буду одеваться сам. Ой, а где моя одежда? Мама ничего не положила. Ничего. Я сам выберу. В шкафу есть все, что нужно. Было бы весело надеть много всего. Я начну с трусиков и штанов. Фуфайка. А еще свитер. Теперь носочки. Еще ботиночки. Не эти, их трудно надевать. Не эти, от них ноги болят. Вот, сапоги, они легко надеваются. Ха! Надели сами собой. Для прогулки нужно пальто. Хе-хе-хе. А что у нас там? Шапка и варежки. Вот где они лежат. Тедди тоже нужно одеть. Все, Тедди, готово. Ой, как же мне жарко. О! Полезай в бассейн, Тро-Тро. Ну, конечно же! Сейчас ведь лето! Мама и приготовила для меня плавки. Ха! Летом одеваться просто!
Тедди потерялся. Где же он может быть? Наверное, в кустах. Тедди, ты здесь? Ну, где же ты прячешься? Где ты можешь быть, Тедди? Мама, я потерял Тедди. Он исчез. Ты искал его в доме? Да, везде. Поищи там, где Тедди не должно быть. Правильно! Он спрятался под папиным креслом. Для смеха. Тедди там нет. О, может быть, он здесь? И тут его нет. Может, он есть хочет? Что тебе тут нужно, Тро-Тро? Я же Тедди ищу. Ну, откуда он здесь? Закрой дверцу. Ну, где же он? Тедди пропал! Навсегда. Не волнуйся, Тро-Тро, где-то он должен быть. Пей молоко, и все пройдет. Какой сегодня день, мам? Суббота, Тро-Тро. А что? Я нашел его! Да, ура! Да! Я нашел его! Я нашел Тедди! Молодец, Тро-Тро! И где же он прятался? Он был в вашей кровати! Я вспомнил, что по субботам Тедди любит полежать с мамой и папой. Ну да, конечно. Мой малыш Тедди, ты нашелся.